Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Цены на нефть продолжают снижаться, тем самым вызывая ослабление российского рубля. Сегодня пара доллар-рубль поднимется выше отметки 67 рублей за доллар, а пара евро-рубль преодолеет отметку 75 рублей за евро. В целом восходящее движение в рублевых парах сохранится, вероятно, до конца недели. Все будет зависеть от динамики цен на нефть. Мы предполагаем, что в ближайшее время цена на нефть марки Brent может опуститься до 39 долларов за баррель.